Жители столицы возложили цветы к памятнику великого казахского поэта Абая Кунанбаева. Мероприятие было приурочено ко дню его рождения. Гости смогли послушать песни Акына и увидеть книжную выставку его творчества. Известные певцы исполнили произведения Абая. По мнению организаторов, благодаря таким встречам молодежь сможет больше узнать о жизни самых известных людей, которые оставили свой след в истории Казахстана. Президент всегда говорит, что рухани жангыру начинается с творчества поэта Абая Кунанбаева. Поэтому сейчас мы делаем большой акцент на изучение жизни великих людей нашей страны. Совсем скоро мы проведем фестиваль языка. Также во многих общественных местах города пройдут мероприятия, направленные на развитие казахского языка.